Готово? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1982 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Если вы в биороботе, тонкое тело выходит. Если в его биороботе находятся еще голограммы, копии, они сейчас выходят, сила моего намерения. Тонкое тело у него только. Отлично. Защищай биоробот защитными потоками, светлой, чистой энергии абсолюта. И бери в защитный костюм Николая. Вместе с тонкой копией Николая поднимайся в комнату диагностики и будь в ней. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Мы здесь. Отлично. Мы приветствуем Николая и интересуемся, готов ли Николай к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Готов, да. Отлично. Хорошо. И он заходит в сканер. И я даю команду сканеру. Сканер начинает на счет 3 сканировать все 7 тонких тел. Сканируется пространство над головой. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Николая. У него, сейчас скажу, чистые все тела, кроме физического красного. Красное. И фиолетовое. Вот так вот. Хорошо. И выстрелились каналы? 2 канала. Отлично. И ответственные по каналам притянуты в клетку тюрьмы и стали заложником. 1, 2, 3. Кто у нас снимает? Спрут у нас. Вот как я и говорил. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Все вокруг пристает согласно своему эфирному коду. Второй кто? Черт? Или без? Ты знаешь, здесь больше фантом такой, как вот у него, ну, как обруч на не пояснице. Должно быть фантом. И идет в ногу он. Красный и, такой, как штырь. И я даю команду. И от этого фантома сила моего намерения притягивается ответственность за эту подключку и становится заложником в клетке тюрьмы. 1, 2, 3. Да будет так. Без. Отлично. Считай цифры над головой. 8. Хорошо. Второй, кто спрут, да? Угу. Так, бесяра, попался, да? Без. Попался, да. Отлично. Ты знаешь, что тебе сегодня грозит? Не знает. Не знает. Отлично. Удар 50 тысяч герц. Он бегает по клетке. Замер в клетке. 1, 2, 3. И срезаем у рога. 1, 2, 3. Влад, давай. Покажи. Ну, он так медленно отпилил им. Почему медленно, Влад? Может? Ну, проверил. Половинку отпилил сперва. Правильно, надо знать, как пользоваться оружием, чтобы ничего лишнего не сжечь. Он в ярости. Он кричит: верни мне мои рога. Нет, я тебя не верну. И направляю на него сейчас всю силу и мощнейший удар 100 тысяч герц бесу. Пошел! Вот кинул. Отлично, пусть там лежит. Так, спрутяра. Так, ты зашел на территорию, которая мною охраняется. Я предупреждал всех паразитов, которые будут заходить в это биополе, что они будут уничтожены. Ты готов умирать? Спрут? Вот он в какой-то слизи. Он мне показывает картинку. Да. Он следил за ним. Он 7 лет сидел в нем. Это тот спрут, который у нас был? У нас там сидел спрут 7 лет. Это этот вернулся? Да, это он. Отлично. Направляя на него свое оружие. Мощнейший удар на чистоте спрута. 1, 2, 3. Ну, фурчит. Он мне показывает картинку, что вот Николай ходит где-то, здание какое-то, что ли. А он за ним, ну, сверху ходит и смотрит за ним, выжидает момент. И в какой-то момент он, как сказать, как бросился на него, тут и слизью всей, чтобы задержался, как обнял его этими лапами своими. Ну ты сволочь просто, последняя спрут. Я тебя предупреждал, что я тебя уничтожу. Ты пришел, ты думаешь, тебе что-то останется. Удар 100 тысяч герц спруту. Пошел удар.
он дышит как-то тяжело. Он еще тяжелее сегодня будет дышать. Переходим к реверсу энергии. Или пыхтит, не знаю, может, не дышит. Сдувается, ну, уменьшается как-то. Это же лазером я его сейчас бахнул, да? Или чем его удар? А, 100 тысяч герц так пошли, понятно. Хорошо. Хорошо, Вера, переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Николая спроецировать все энергетические сферические каналы к этим паразитам, ответственные за эту негативную, патогенную, низковибрационную энергию. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности подходят к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Николая произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Николаю. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что эти паразиты ему дали, возвращается к ним назад. Идет реверс? Черный идет, к бесу идет. А, джиж, зараза. Грязная, фиолетовая. И я сейчас даю команду, и проявляются все присадки, все импланты, все, что от беса идет, на его чистоте, на теле Николая, ярко-красным цветом. 1, 2, 3, ты видишь четко, ясно? Ну вот у него штырь в ноге и на пояснице как обруч такой красный. Отлично. И сила моего намерения. Я вытаскиваю безболезненно для Николая этот штырь. Вытаскиваю этот обруч. Они зависают перед ним в воздухе. Все связанные с этими артефактами частички, наночастички выходят силой моего намерения. Николай помогает, включает белый свет. Изнутри выталкивает все чужеродные частички, принадлежащие стоящие на чистоте беса. Зависает в воздухе перед ним. Вышли. И силой моего намерения я устанавливаю этот штырь на всю длину этого беса. Устанавливаю на него это кольцо силой моего намерения. Да будет так. А так и есть. Ну, говорит, убери. Да пошел ты знаешь куда? И включаю на полную мощность. 1, 2, 3. Все, получай всю боль, которую дал Николай с момента чистки, когда ты залез, паразит, ты получаешь сейчас назад за 1 минуту. Да будет так, а так и есть. Прочувствуй на себе, безрогая паразит. Усиливай мощность. Он говорит, отпусти, да не отпущу они забрали. Тебя. Не отпущу я тебя, ты пришел на свои похороны. Я тебе, ты не будешь никогда бесом. Никогда, в смысле, никогда демоном не станешь же, все. Сейчас тебе воронку открою в галактическое ядро, на этом закончится твое бесцельное существование, паразит. Ты не понимаешь, куда ты зашел. Ты нарушил 24 закона мироздания. 24. И за это ты сегодня поплатишься. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Николай забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Николай себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И просканирует сейчас Николая, что от этого паразита спрута осталось в его биополе. 1, 2, 3. Но он успел присоски поставить, как слизь в него на плечах. И сила моего намерения, сейчас Николай помогает мне изнутри, подсвечивает и выталкивает всю энергетику. Все... Он сам может. Кто может? Николай своим намерением. Отлично, я даю команду Николаю на счет 3. Отторгает от себя все, что принадлежит спруту до последнего микрона. Оно формируется перед ним, в воздухе зависает. 1, 2, 3. Давай, Николай. Выталкивай все полностью. Угу. У меня сперва не получалось. Сейчас все присоски полетели к спруту. Они сейчас у него там? И слизь тоже. Отлично, молодец. Молодец. Они возвращают чистую энергию? Сейчас посмотрим. Да, это беса бежевая идет. Что там с бесом в клетке? Ну, как колотит, так бьет. Усиливаем мощность еще в 2 раза. 1, 2, 3. Получай бесяра. Подлые твари. Нам еще в комментариях пишут, как вы грубо обращаетесь с бесами и демонами. Да ты увидь его, эту тварь, которая стоит, 2,5 метра демона. Посмотри на этого беса, который тебе глаза вырвет, и ты не заметишь, как он тебе это сделает. Рычит. Кто рычит? Бес. Удар, 100 тысяч герц бесу. 1, 2, 3, удар.
хватит, говорит. Не хватит. Я тебе сейчас пополам покажу. Пополам согнулся. Отлично. Это начало только. Я тебя сейчас сожгу. И достаю свой демонический пистолет. На счет три он проявляется. 1, 2, 3. Антидемонически достаю серебряную пулю свою. Давно не пробовал им воспользоваться. Заряжаю револьвер. Он говорит, чего ты хочешь остановить? Да ничего, я хочу тебя горстку пепла хочу увидеть сейчас передо мной. Говорит, ты зашел, что ты нарушаешь закон. Ты нарушил законы, войдя в тело человека, который объявил о своих свободах. Что ты мне, за какие правила ты мне нарушения рассказываешь? Я реагирую на твои действия. Я тебя наказываю за то, что ты нарушил. И ты мне не рассказывай о законах мироздания. Говорит, хватит, наказал уже. Нет, еще не наказал. Ты на всю жизнь еще запомнишь свою бесячу. Так, все они забрали, Вера? Ну вот Николай выдавил вот из себя всю слизь. И это вся слизь, все эти присоски сейчас выходят, формируются в один большой шар. 1, 2, 3. Под ним открывается портал в галактическое ядро. Все улетает на переработку в галактическое ядро. Сгораясь чистейшей первичной энергии. Посмотри, бесяра, видишь вот это вот? Я тебе сейчас открыл, показал тебе сегодня программу на сегодня. И тебе спрут. Вот Николай спрашивает, я могу так боль выталкивать из себя? Можешь, Николай. Можешь. И все могут. Все, кто нас слышит. Так уходит боль. Вот мы вам воронку дарим. Отлично. Отправлять открывается воронку. Воронка. Выталкиваешь эту боль и отправляешь ее в воронку. Мы всем сейчас дарим от нас подарок. Пожалуйста, пользуйтесь, убирайте сами боль. Все зависит от ваших намерений, от сил ваших намерений и от вашей энергетики. И от визуализации. Это не три только вещи. Боль, плохие мысли тоже. И плохие мысли, все можете туда скидывать. Вот. И это поможет человечеству реально больше, чем всякие... Ладно, против часовой стрелки. Против часовой стрелки обязательно открыть. И никогда не забывайте закрывать воронку. Открыли воронку, вытолкнули все, сформировали шар, скинули воронку, закрыли воронку. На этом заканчивается все. Растворили. И растворили эту воронку потом. Готов. Отлично, все хорошо. Это не тот спрут, которого мы выпускали, он еще нам пытался что-то там кинуть назад? Нет. Хорошо. Каракатится. Не хочется к нему прикасаться. Ну что, спрутяра, уменьшайте в 2 раза силами его намерения. 1, 2, 3. Уменьшай беса в 2 раза силами его намерения. 1, 2, 3. Он говорит, хватит меня мучить. Да ты мучил человека. Ты виноват в этом всем. Сейчас ты получаешь то, что ты заработал. Ты ж тупорылая, не понимаешь, что нельзя сюда заходить. Если я тебе сказал, я здесь был, и ты об этом знал, куда ты зашел, значит, теперь будешь отхватывать по полной. Выпусти меня, я понял все. Что ты понял? Повтори. Не приду к нему. И только это, и все? Мне этого мало. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты в своем мире рассказал, что никто из вас к нему не придет. Если он придет туда, я ему не только рога отрежу, я ему отрежу хвост и все, что под хвостом, не нарушая законы мироздания. Передам. Все. Открывается внизу портал на чистоте беса и, выкидывая его туда, улетает, засасывается. Против часовой стрелки открылся портал, улетел. Закрывается, печатается, став огненную пентаграмму. Готово. Спрут. Если ты хочешь еще раз свои похороны, ты можешь там висеть на потолке и пытаться еще раз к Николаю подлезть. Если он мне скажет, что у него опять болит голова, я тебе сожгу все твои лапы и по очереди их отправлю. Ты это понял? Понял, да. Не понял ты. 50 тысяч герц удар. Открывается наверху портал на чистоте спрута, вышвыривая его, засасывает туда, улетает. Попробуй что-то кинуть, затяну назад. Готово. Закрываю печат. Фу. Так, сколько у него энергии у Николая? 80. Сколько дадим? И какая частота? 350 и 25. Отлично. Николай, я обращаюсь к вам. Вы сейчас видели, как это все делается.
Вы в состоянии это делать сами. Как только вы чувствуете, что у вас где-то начинает что-то болеть, не надо принимать таблетки. Уберите эту боль, откройте воронку, вы умеете, скиньте туда, закройте воронку, воронка против часовой стрелки открывается и закрывается, опечатывается и растворяется. Это очень важно, никогда не забывайте закрывать, чтобы ничего лишнего туда не унесло. Все. У него, кстати, хорошо получается. Я поэтому и говорю Николаю. Хорошо. И насчет три. В макушку головы Николая начинает поступать. Вытесняет все остатки чужеродной энергии. Тогда вибрация Николая поднимается до числового значения 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается. Наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Отлично. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Николая в систему биоробот душа, заводим, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке мозга, проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У него шейный позвонок очень трудно синхронизируется. Видно защемление у него наверху где-то, что ли. Это отражается на головные боли. И ему надо посмотреть шейный позвонок? Как растянуть его, что ли, надо. Не идет энергия через него. Понятно. Николай, обратитесь, пожалуйста, к врачу, скорее всего, к мануалисту, который делает массаж. Это все убирается одним-двумя сеансами. И обязательно обратите внимание, там проходят очень важные потоки энергии. Вам надо обязательно восстановить шейные позвонки. Готово? Ну, подожди, вот сейчас я его синхронизирую, я немного растягиваю это, чтобы энергия пошла, но там уплотнение у него. И я даю команду, и это сила моего намерения, это уплотнение, Николай помогает, выходит сила моего намерения из его биополя, 1, 2, 3. Эта серая масса формируется в темный шарик, 1, 2, 3. Начинает крутиться, выходят все боли, которые находятся в шейном позвонке до последнего микрона. Все красное, все темное, что там находится, выходит из шейного позвонка. Готово. И открываем воронку против часовой стрелки в галактическое ядро 1, 2, 3 и скидываем туда этот шарик, эту боль. Закрывая, печатая, растворяя. И есть. Ты дышишь в микрофон чуть поближе к рту. Пусти. Хорошо. Вот он сейчас трет шею, то есть как? Там не то, что уплотнение, а там как они сели друг на друга, их как растянуть надо, чтобы... Их надо растянуть. Да, их но сейчас они лучше у него. Мы боль убрали. В дальнейшем проверять. Это на физическом уровне надо сделать. Это мануальчики делают. Мы боль вам сейчас убрали, обратитесь к врачу в этом направлении. Верочка, мы закончили здесь? Да. Отлично. Отключайся от Николая и на счет 3 перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я здесь.